Уважаемые гости, Международный мультимедийный пресс-центр «Спутник» проводит видеомост «Сухум Минск» на тему «Абхазия и Беларусь. Активация сотрудничества в меняющемся мире». Как известно, буквально вчера прошла пресс-конференция президента Абхазии Аслана Георгиевича Гани. По итогам визита в Минск были озвучены различные направления взаимодействия, которые мы обсудим с нашими гостями в Сухуми и в Минске, которых я с удовольствием представлю. Это министр иностранных дел Республики Абхазия Инал Батович Ардинга и заместитель министра иностранных дел Республики Абхазия Ираклий Вахтангович Тужба. Гостей в Минске представит мой коллега Виталий. Коллеги, приветствую вас из Минска, из мультимедийного центра «Спутник Беларусь». Мы рады вас видеть, связь наладилась, и думаю, что мы плодотворно с ними поработаем. В свою очередь я представляю участников в Минске. Это Олег Чесалов, заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси, Алексей Дермонт, политолог, и еще один политолог Николай Сергеев. Пожалуйста, вам слово. Спасибо, коллега.